бы никогда не осмелился подойти к такой, как ты, но твой отец написал мою любимую книгу «Отцы и дочери». Меня зовут Кэмерон. А я Кэти. Как в истории о картошечке? Да. Что ты пишешь? Я придумываю о тебе книжку. История о картошечке. Тебя ведь так зовут? А может быть, о нас? Может быть, о нас? Да. Моя дочка гениальная. Мне нужен перерыв. Такие приступы – признак чего-то серьезного. Вам нужно лечиться. Мне не до этого. Я должен растить дочь. Поэтому вам и нужно лечение. Тебе придется остаться с тетей Элизабет и дядей Уильямом. Я обязательно вернусь. Я люблю тебя. Поехали. Ты болен, Джейк. Папа? Ты год провел в больнице. Твоя книга провалилась. Мы живем в Соединенных Штатах денег! Я очень стараюсь. Мы хотим удочерить Кэти. Кэти моя дочь. Я не люблю, но любила. Однажды, очень давно. Я встречу своего принца. В один прекрасный день. Кэти, стой! Я не знаю, как это делать. Делать что? Быть подружкой. Знаешь, не все, кто тебя любит, тебя бросит. Я действительно стараюсь тебя понять. Ты лучшее, что со мной было. Это оригинал. Можешь ее взять. Кэти, я люблю тебя. Мама! Больше всех на свете. Все хорошо. Клянешься?